Владимир Орленко уже 2 года работает в обособленном подразделении имени Гольца Щелковской больницы во Фрязине. Он окончил интернатуру по детской хирургии в Луганске и работал по специальности. Затем пошел в ординатуру учиться на уролога. Ну, в моем роду я являюсь основоположником, скажем так, медицинской деятельности. Родители не врачи, ну и так же самое родственников, близких тоже в медицине нет. Вот. Ну, это, скажем так, романтика была. Класс 9-10, там были часто фильмы, вот это там «Я лечу», еще что-то, «Доктор Хаус», прочее. Ну, сперва романтика такая была. Когда, конечно, пошел на учебу, все несколько иначе было, гораздо сложнее, чем казалось бы. Но ничего страшного. Владимир трудоустроился в Щелковскую больницу по совету друзей. Отмечает, что привлекли меры поддержки медицинских работников. Есть и, конечно же, компенсация аренды жилья. То есть плюс, ну и на будущее есть возможность получения социальной ипотеки. То есть в этом плане для молодого специалиста условия вполне себе хорошие. Ежедневно Владимир принимает десятки пациентов. Он отмечает, что все чаще сталкивается с такими заболеваниями, как мочекаменная болезнь и гиперплазия предстательной железы. Если мы говорим о молодом поколении 18 на данный момент 49, которое является репродуктивным, мы проводим им диспансеризацию, которую также самое я рекомендую проходить всем. Вот. Диспансеризация репродуктивного возраста проводится с целью выявления заболеваний, а также состояний, которые могут негативно сказываться на как на зачатие, так и беременность, а также впоследствии и на послеродовой период. Диспансеризацию рекомендуется проходить 1 раз в 3 года жителям с 18 до 39 лет и раз в год жителям 40+. Записаться можно, не выходя из дома, через сайт госуслуг Московской области.